Хотел бы поздравить ребят с победой всех, поблагодарить их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, так можно сказать. Второй тайм получше, второй тайм более стал футбол напоминать, мысль какую-то просматриваться. Ну, игра, думаю, шла до гола, кто забил бы, тот и победил. В этот раз забили мы, победили, думаю, заслуженно. Андрей Панков, чемпионат с победой. Локомотив сегодня выиграл с одним ударом в створ, так получилось. Насколько довольны игрой в атаке, несмотря на победу? Давайте я уже сказал, опять повторяться, что погодные условия были плохие. Поле было в снегу, там не до комбинационного футбола было. Там шла, как говорят, кость в кость борьба. Первый тайм больше напоминал. Поэтому... Две команды боролись в центре поля. Егор Кузнец, Матч ТВ. Два вопроса. Первый по поводу среднего возраста Локомотива. Сегодня, насколько я понял, 22 года, 36 сотых. То есть самая молодая команда выиграла в истории клуба. Вообще, как вы можете это прокомментировать? Насколько это круто в матче со Спартаковым сделать? Любая победа, любые три очка, они приносят так радость, можно сказать. Поэтому то, что молодая команда, клуб перестраивается, поэтому... Все по плану идет, как запланировал. Клуб запланировал, поэтому. Второй вопрос. Чем вы кормите Изидора? Почему в таком порядке? Макароны есть, чем мы его кормим? Это его работа. Он приехал сюда, он нападающий, должен забивать. Поэтому ничего удивительного нет, что он забивает. Он должен это делать. Он выполняет свою работу. Молодец.